За прошлый год на территории Южно-Сахалинска ликвидировали 770 несанкционированных свалок. С них вывезли больше 18 тысяч кубометров мусора. В городской администрации борьбу с нелегальными помойками называют одним из приоритетных направлений в работе. Основные места складирования отбросов находят в селах и планировочных районах. Груды отходов, как правило, наваливают неподалеку от контейнерных площадок. Чаще всего это происходит весной при подготовке к дачному сезону и осенью, когда собирают урожай. Сброс фиксируется в основном строительных материалов. Допустим, люди разбирают теплицы, сараи, также шины. Это основная проблема наша на территории городского округа. Как шиномонтаж сбрасывает шины, так и люди при замене с сезона на сезон. С начала года в областном центре уже обнаружено 10 незаконных свалок. Сейчас их ликвидируют. Сообщить о месте несанкционированного складирования мусора можно по телефону, который сейчас на ваших экранах. Также жалобы принимают на портале sakhalin.online.